Я приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Важное и тайное послание ангелов на 16 августа. В этот день особенно важно быть внимательными к знакам Вселенной, искать гармонию в действиях и мыслях. Позвольте любви и благодарности наполнить ваше сердце, раскрывая перед вами к более высокой мудрости. Слушайте свой внутренний голос. Он является шепотом Вселенной, направляющий вас на пути истины и света. Аффирмация на сегодня такая. Я открыта для познания и любви. В каждом моем действии отражается мир и гармония. Я благодарна за все благословения моей жизни и принимаю их с чистым сердцем. Доверяя мудрости Вселенной, я иду по пути своего предназначения. Используйте эту аффирмацию как инструмент самоподдержки и позитивного настроя, который может помочь вам сосредоточиться на текущих задачах и целях. 16 августа приходится отмечать особенную дату, известную как Экадаши. Это уникальное событие, наступающее лишь раз в году. Суть этого дня заключается в том, что каждый способен освободить свою... Этот день является значимым событием для пар, мечтающих о появлении потомства. Желательно в данное время возносить молитвы с просьбами о даровании семье ребенка. Из древних текстов гласит, что верное проведение обряда в этот день способно помочь бездетным парам осуществить мечту о детях. Совершенствование кармы родителей способно даровать своим будущим детям, воздерживаясь от пищи и занятий в обыденных делах, почитая этот день. Потомки станут обладателями крепкого здоровья, острого ума и благоприятной судьбы, если их родители будут следовать обычаям этого священного дня. Влияние этой даты связывают с Меркурием, планетой перемен, что подразумевает, что благословение этого небесного тела обеспечит положительные изменения в жизни. Меркурий также опекает школьников, студентов, путешественников, учителей и предпринимателей. В этот день успех и благополучие могут сопутствовать тем, кто относится к этим группам. Стоит упомянуть и о другом важном астрономическом событии. Когда Солнце входит в созвездие Льва, именно в этот период считается благоприятным жертвовать и одаривать, что, согласно верованиям, принесет процветание и удачу в будущем. Сегодняшняя мудрость заключает в себе простую истину. Для достижения счастья человеку необходима спокойная жизнь и благодарность. 15 августа акцентируется внимание на некоторые народные приметы и обряды, которым приписывается особое значение. Предания указывают на поведение природы, магические ритуалы и ограничения в быту и общении, направленные на сохранение благополучия и привлечение удачи. Вот несколько примет. 16 августа уделяется особое внимание, поскольку они несут в себе народную мудрость и связь с природными явлениями. Это день, когда замечают небесные знамения и поведение животных, предсказывающие будущую погоду. Если идет сильный ветер, он говорит о снегопадах зимой. Сила ветра указывает на степень мороза в зимний период. Поведение лошадей предупреждает о приближении дождя. Если облака медленно скользят по небу, то предсказывают ветер. Действия, которые следует избегать в этот день для сохранения материального благополучия. Домашнюю уборку, включая мытье полов и стирку, предписывают лучше отложить, чтобы не потерять финансы. Нежелательно также в этот день устраивать споры с близкими, так как это может привести к долгим неприятностям. Обязательно нужно воздержаться шумных гуляний, особенно кто держит пост. Что полезно и благоприятно делать в этот день? Сбор черемухи поможет в лечении различных недугов. Обязательно нужно приготовить малиновое варенье, либо его купить. Уборка урожая орехов будет способствовать здоровью и благосостоянию. Если в этот день вы из дома унесете одну старую вещь, то в ваш дом придет счастье. Сны могут подсказывать правду о жизненных ошибках и кардинальных перемен. В этот день приходится особое время, когда люди обращаются к традиционным ритуалам с целью очищения и восстановления гармонии в жизни. В этот день стараются избавиться от негативного влияния, улучшить свою судьбу и залог успеха.
Обычай того дня позволяет освободиться от негативного воздействия на семейную линию, включая проклятие, недоброжелательность. Используется момент для снятия наведенных несчастий, сглазов, нежелательных связей между людьми. Проводят ритуалы с использованием серебра, употребление пищи, напитков, чтобы усилить влияние магических действий. Обязательно обряды проводят, направленные на приумножение достатка в семье. Достаточно просто одну монетку положить под скатерть. В этот день очень хорошо делать защитный амулет, который будет способен уберечь от многочисленных невзгод. Если в этот день вы зарядите воду серебряной вещью, то эта вода восстановит баланс и укрепит вашу энергию. Обязательно в доме позвоните колокольчиком. Если у вас нету, то просто включите колокольный звон на телефоне. Такой звон сегодня поможет снять различные виды порчи. Ведь считается, что колокольный звон обладает большой очищающей силой, способный решить проблемы в бизнесе, а также в личной жизни. Поэтому сегодня обязательно включите колокольный звон. И такая процедура позволит вам снять любой негатив. Также вы знаете, что сегодня идет поворотный день, который изменит вашу жизнь. Готовы ли вы к переменам? 16 августа – это дата, которая придет и перевернет все вверх дном. Но не волнуйтесь, ведь в этих переменах скрываются великие возможности. 16 августа откроет двери к новым начинаниям, и вы сможете изменить свою судьбу. Важно использовать этот день мудро и направить свою энергию на что-то значительное. Приготовьте свои планы и идеи. Напишите список целей, которые вы хотите достичь до конца этого года. В этот день Вселенная будет особенно благосклонна к четким и осмысленным действиям. Далее, когда вы все написали, сверните свой листочек и скажите: «Сила Вселенной, услышьте меня. В этот день дверь откройте для меня. Одарите меня удачей и светом, чтобы успех и счастье наполнили мой путь». Говорим один раз. Свой листочек убираем до тех пор, пока не будут исполняться те цели, которые вы прописали. А потом этот листочек просто сжигаем. И все. 16 августа – это день действий и перемен. Подготовьтесь к нему и используйте все, что он принесет, и тогда в вашей жизни многое поменяется.